Вот, кстати, о творческих планах. Обычно люди спрашивают, какие ваши творческие планы? Мы обычно так отмалчиваемся. Сейчас не будем молчать. Сейчас прямо заявим, что у нас практически готовы к выпуску 2 диска новых. Один состоит из взрослых песен, совсем взрослых таких, а другой как бы из детских. Это, ну, условно детский диск, который детям будет интересно слушать, и взрослым, потому что там собраны песни, которые вот по какой-то причине дороги, детские песни, которые дороги вот нашему поколению. Вот. И там будет много интересного, и презентация этого диска состоится вот буквально в этом зале. Мы будем делать презентацию этого диска 31 октября. Вот, поэтому приходите, будет интересно. Ну и вообще мы давно не выпускали новых дисков, это вообще событие для нас тоже, так что приходите нас поддержать. А 26 сентября, вот через месяц, мы здесь планируем с Женей показать еще одну такую тематическую программу, вроде сегодняшней. Она будет называться «За что ж вы Ваньку-то Морозова?» Тема маленького человека в бардовской песне. Вот. Очень такой, может быть, интересный такой... Опасная тема, конечно, опасная, но интересная, может получиться хорошо.